19 мая, РИА Новости. В Сирии началось строительство туристических объектов для россиян, сообщил посол Сирии в РФ Рид Хаддад. В Сирии начинается строительство туристических объектов для россиян. Есть некоторые, которые работают, и даже сейчас есть туристы, сказал Хаддад журналистам в Ялте. По его словам, в основном туристы отдыхают в регионах Сирии на берегу Средиземного моря. Там обстановка лучше, чем в других местах. Основная масса туда едет, пояснил посол. Развитие ситуации, в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, иллюстрация РИА Новости, перейти в фотобанк Сирии до и после начала боевых действий.